сортиры есть. Интересно, а у нас вот так вот все светится тут вот. На нашем, на новом мосту, интересно, это так же или нет? Это вот Майкоп строят. Хотя вот почему-то две линии открыли. Не один мост, а сразу две линии они открыли. Улька, река. Вот, все светится, все помыто, все видно. Туалеты есть, съезды на туалеты, как бы, ну, нормально. Едешь просто, ну, так, как. Тоже вроде погода такая беспонтовая, как обычно. Ну, не знаю, льда нету, все чистенько. Все светится, все везде видно.